60-х годах по глухому телефону за глаза. О братьях Крей слагали легенды, в них были и реальные моменты. Про их подвиги можно услышать истории в любом пабе с добавками с аллегорией. Близнецов связывали не только узы крови, они во многом всегда дополняли друг друга. Они были хозяевами окраин Лондона и стремились покорить центр города. Один Рон Крей стоил целой банды жестокие, непредсказуемые гепарды. Реджи был отчаянным бойцом, как и Рон, молниеносно, как пуля, извлекающий стон. Братья дружили, были везде всегда вместе, разные характером замешаны на одном тесте. Про их подвиги можно услышать истории в любом пабе с добавками с аллегорией. Близнецов связывали не только узы крови, они во многом всегда дополняли друг друга. Они были хозяевами окраин Лондона и стремились покорить центр города. Один Рон Крей стоил целой банды жестокие непредсказуемые гепарды.